Ё-моё. Позанет. Эй, сапог. Этот Серик нормальный пацан? Да, конечно. Он же у нас в ауле моим соседом жил. А ты куда собрался? По делам. Что за дела? Да, там ездила. Это что, от меня что-то скрываешь, что ли? Нет, ничего не скрываю. Ну тогда рассказывай. Это только пацанам ничего не говори. Я хочу на гопсов сходить. У кого-нибудь сотку забрать и потом продать. Это что, с ума сошел, сапог? Ербол же сказал, что он нас порвет за эти движения. Вот поэтому ему ничего не говори. Я тогда из кассы деньги взял и потратил. Вот теперь надо вернуть. Не, ну хочешь, я с тобой пойду? Не, не надо. Смотри, аккуратнее, братуха. Давай. О, Серега, все покол. Форман газы, счастье мне дай, беде не кидай. Ярлы, ербол, сапог, куча, акула, бегут из аула. Побег из аула! Катись газы, по корман газы, счастье мне дай, беде не кидай. Ярлы, ербол, сапог, куча, акула, бегут из аула. Побег из аула! Денежных средств бесконечно мало, чтобы начать свою жизнь сначала. Своих не кидаю, в беде не брошу. Я не святой, но в целом хороший. Сказки хочу, хочу сказки. Денег, здоровья, тепла и ласки. Время не ждет, поднимайся со стула. Бегом из аула, бегом из аула. Катись газы, по корман газы, счастье мне дай, в беде не кидай. Ярлы, ербол, сапог, куча, акула, бегут из аула, бегом из аула. Катись газы, по корман газы, счастье мне дай, в беде не кидай. Ярлы, ербол, сапог, куча, акула, бегут из аула, побег из аула. Чё, сапог, как сходил? Нормально. Чё, чё-нибудь забрал? В смысле? Ну ты же на гоп-стоп ходил. Ну да. Не, ничего не забрал. Не получилось. Я ж искал, меня возьми. Не, куча, это опасно. Ну я пацанам не стал говорить. Они бы не поняли. Начали подкалывать, прикалываться. И так про этих трансвеститов забыть не могут. Ербол, братан, от души рахмет. Да ладно, нормально все. Мы же из одного ула. Должны друг друга поддерживать. На, базар нет, брат. Только давай, Серик, сразу договоримся. Никакого криминала, хорошо? Чтобы завтра проблем не было лишних. Все заметно, братан. Я такими делами не занимаюсь. Просто знаешь, мне никогда никто просто так не помогал. Да ладно, нормально. Это, братан, возьми. Это мне от братана досталось. Он в Афгане служил. Да нет, ты что, завязывай, не надо. Не, серьезно, братан. Не возьмешь, обижусь. Рахмет. Тебе рахмет. Презентация? Ну да. И что там будет? Ну, звезды будут, угощения. Звезды? И кого решили подтянуть? Не знаю пока. Там Ербол договаривается. Понятно. Мы с папой придем. Хорошо. Угу. Кстати, папа спрашивает, когда мы свадьбу собираемся сыграть? Жанна, мы же обсуждали это уже. Сейчас я получу диплом, устроюсь на работу, а уже потом будем думать о дате. Да папа нам поможет. Я не хочу так. Я хочу сам всего добиться. Я, конечно, понимаю, что сейчас многие женятся, а потом им помогают родители. Но я так не хочу.
Я что, не мужик, что ли? У нас в ауле, если прячешься за юбку, то ты не мужик. У нас, конечно, не аул, но все равно я мужик. Якуча, это что такой радостный? Я сегодня же Лязат приезжает. Хочу ее встретить. О, поздравляю, брат. Я соскучился по ней, хочу с ней погулять. А Жадра что? Ты что, братан? Жадра же пройденный этап. У нее, говорят, парень новый появился. Высокий, страшный. Ляска, Жанна! Я же тоже скучал по тебе. А ты так изменился на медвежонка. Ой, Тимур. Жан, как съездили в Таиланд? Базар нет, съездили. Я тебе попозже расскажу. На, это тебе. Заляжем, улем. Корова родила. Серьезно? Қаларсың мәңгілікке жүрегімде жалғыз сен сүйгенімде тілегімде салай қашықтарынан кел біз екеміз айлы күнде жан сезімді байлап алар сен дегенде Кемеліп жүргендеймін мен желгенде Махаббат айдынында бірге болып жаным Нұрлы түнде Арманым, аңсадым Жалғаным, артта қалғаным Сапог, почему это ты лучший официант года? Потому что я единственный официант в этом заведении. Так. Ну, короче, пацаны, сцена будет здесь. Столы мы вот так, наверное, по периметру, да, расставим. А звезда будет? Конечно, будет. Я уже договорился. Акула, что там с закусками? Все на мази, братан. А пригласительные раздали? Да, куча раздал. Есть. А Кайрат ага сказал, что обязательно придет. Базар нет. Ну, вроде все по плану. Ербол, братан, а мне чем помочь? А, кстати, вот у меня есть последние 2000 тенге. Может, надо? Нет, ты что, Серик, Рахмет? Да нет, деньги небольшие, но все равно может понадобиться. Да нормально все, Серик, ты что? Да? Но в любом случае, уважуха, готов последним поделиться. Ербол, вам нечего делать? Помощь нужна? Так, ты тогда завтра будешь встречать гостей, Серик. Все. Хорошо? Эй, здесь конкретно сейчас будет, эй. Короче, тема здесь по улице такого вообще нет в жизни. Что, ты готова, да? Да. Короче, раз, два, три. Та-да-да-дам-та-дам! Где Макланыш? Что это такое? Это, короче, это метро. Метро? А что надо здесь делать? Мы сейчас, короче, дождемся поезда, сядем в него и поедем кататься. Ты такой глупый, куча. Под землей же поезда не ездят. Мама, страшно мне, Макланыш. Еще покатаемся, еще время будет. А как ребята?
Ребята, нормально сейчас увидишься, все они дома. Круто. Эй, пацаны, вы знаете, кто приехал? Кто? Та-да-да-дам, та-дам! Я собак, смотри, кто приехал. Привет. Присаживайся. Назад. Привет. Привет, Серик. Как дела? Давно не виделись. А ты тоже здесь? Да, со вчерашнего дня. О, Ербол братан пожить пригласил. Ну что, рассказывай, как там в ауле, что нового? Что там? Я сам по себе не ревнивый. Просто этот Серик меня взбесил. Не знаю чем, но я не люблю таких просто. Мне трудно объяснить. Все передают вам привет. Вот твоя Пашка Ербол передала это все. У нее все хорошо. Кстати, тетя Гуля переехала к ней, ухаживает за ней. Да, я знаю, я вчера с ней по телефону разговаривал. А как там они поживают? Давай, пацаны. Знаешь, как-то неудобно мне это говорить. Что-то случилось? Все нормально? Давай, пацаны. У них все хорошо. А что тогда? Ну, всякие глупости говорят про тебя. Что за глупости? Ну, типа ты девушек не любишь. Каких девушек? Всех. В смысле? Ну, типа ты в Таиланде. А ты когда сама назад уезжаешь? Уже завтра. Я же с папой приехала к родственникам. Да? Слушай, а ты можешь нашим деньги передать? Ну, а Пашке моей, акулы, сапога, ирлы родителям? Да, конечно. Хаутивцы, ирла, чай поставь. Эй, Куча, ты что здесь делаешь? Да так, ищу кое-что. Ты ничего не забыла? Вроде нет. А где деньги? Какие деньги? Ну, которые мне Ербол дал, чтобы я вашим родственникам передала. Ужас! Нет. А куда ты их положила? В карман куртки. Блин! Кажется, я знаю, куда они делись. Прикинь, братан, поэтому у казахов никогда аппендицита не было. Ха-ха, прикольно. Я даже не знал об этом. Эй, Серик, где деньги? Какие деньги? Эй, ты что из себя лошка строишь? Где бабки, тебе говорю? Эй, Куча, что с тобой? Эй, Ербол, братан,
Он реально все деньги у Лязат стащил, которые ты в АУ передавал. Ты ничего не напутал? Я тебе отвечаю, братан. Кроме него никто не мог это сделать. Здесь же нету чужих людей. Куча, брат, ты чё? Чё за предъявы? И Ербол, братан, я не крыса. И я бы своих никогда не взял бы. Ты ответишь за свои слова? Хуаныш, я нашла деньги. Они, оказывается, в сумке лежали. Я просто, наверное, забыла, что их туда положила. И ты в следующий раз просто так словами не разбрасывайся. Ербол, братан, ты на кучу сильно не наезжай. Всякое же бывает. Да ладно. И это я тебе хотел сказать. Чё? Наверное, это не мое дело, но это... О чем ты, Серик? Да, короче, Сапог на гоп-стоп ходит. Гоп-стоп? Угу. А ты откуда знаешь? Я нечаянно слышал, как они с Кучей обсуждали эту тему. Подожди. Сапог ходит на гоп-стоп, и Куча еще и в курсе, что ли? Ну, типа того. Что происходит? Вообще ничего не понимаю. Ну ты, братан, не говори, что я сказал. И так Куча на меня назится. А чего он на тебе занозился? Да это давняя история. Есть же эта Лязат? Ну? Ну она в школе в меня влюблена была. И он, походу, об этом знает. Офигеть. Сериал какой-то. Главное, чтобы садимся нормально. Да. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны. Не оставляйте свои вещи в руках. Нашедшим оставим без присмотра вещи. Просим обратиться к нарушению условий поезда. Сапог, что ты здесь стоишь? Я Куча, ты кого там подтянул? Ты что, гонишь, что ли? А что, не нравится, что ли? Ты, акула, не мог одеться нормально, а? Что за костюм у тебя? Братан, Ербол, ты мой самый лучший костюм с выпускного. Ты хотя бы заправься, что ли, а? И пацаны, вы не можете как Серик одеваться, а? Вытащи да эту фигню, блин. Ты что, реально не понимаешь, да? Ты... О, Ербол. Салам алейкум, ага. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Как настроение? Хорошо все, ага, да. Ну, давай, веди и показывай. Пойдемте, да. Ажана, пойдем. Проходите, да. Ага, проходите, вот ваш стол мой этот. Ерлан, проходите. Быстрее, скучно, дайте по местам быстрее. Я сюда салат подай. Я не знаю, вот этот красный какой-то, непонятный салат. С помидором какой-то. А это что, новое меню? Да, вот, обновили. Угу. Шашлык, бризоль, макароны с колбасой? Просто это, Раз, там... Куча! Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Дамы и господа. Кайрат ага, Айжан. Добро пожаловать в наше кафе «Балдырган». Вот, сегодня здесь презентацию мы подготовили. Вот,
можете угощаться. В общем, и начнет наш вечер самый лучший певец Казахстана, Женисхан, встречайте. Эта песня посвящается только вам. Ваши бурные аплодисменты. Поставил, а? Он же сам мне этот диск дал. Ербол, братан, вот Женисхана диск. Кто-то перепутал. Ставь быстрее. Куча. Быстрее. Алло, сейчас. А теперь, уважаемые дамы и господа, наше фирменное блюдо – мясо по-балдыргански. Каратага, наше фирменное блюдо. Что он такой соленый, ваше фирменное блюдо? Братан, извиняйте, что так получилось. Да ладно, хоть диск нашли. Айрат ага. Молодцы, ребята. Братан, я отвечаю, нормально посолил. Это, походу, Серик что-то замутил. Я его видел в кафе до презентации. Ты куча, что ты все время на Серика бочку катишь, а? И, Акула, ты видел Серика на кухне? Нет, Серика не видел. Я кучу там видел. Чё? Братан, я там Серика искал. Диск Женисхана тоже Серик подменил, да? Бабки в Лизат тоже Серик украл, да? Куча, ты реально перегибаешь. Мы с тобой еще поговорим. Братан. Ербол. А с тебя, Сапог, другой спрос. А я-то чё? Я же сказал гоп-стопом никому не заниматься. Ты что, плохо понимаешь, что ли? Ну, куча. Сдался все-таки. Сапог, я ухожу, пойдешь со мной?
Что, мне делать нечего? Да мы же друзья. Друзья друг друга не сдают. И тем более, я на гоп-стоп не ходил. Стукач. Да не сдавал я тебя. Я знал, что ты в театр ходишь.